Шли на водопад, а пришли на такую вот железнодорожную станцию, которая, судя по всему, до сих пор функционирует. Ну, я думаю, что не как станция, а поезда тут все-таки проезжают. Сухумский поезд раз в день, он проходит через этот туннель, который как будто выплевывает поезд. Проезжает мимо вот этой всей красоты, птиц. И вот эта станция с таким названием Псориаз. Не то. В общем-то, сюда приходят турики, пальмы. Это, я могу сказать, чем-то мне напоминает Шри-Ланку. Сейчас мы зайдем внутрь. Тут вообще звезда Давида. Ничего себе. Послание. Неплохо. Да. Видимо, какая-то связь с израильским народом присутствует. Ира! Необычное местечко. И потолок. Потолок. Мэн-мэн.